Ой-ой-ой, 15 секунда спидрана. Я сейчас поставлю мировой рекорд. Чел, ты... Мы в приватной катке, какой мировой рекорд? В смысле? А я думал, я сейчас за спидраню Бэдварс. Слушай. Приватные катки не считаются. А у меня есть хорошая идея. А давай пойдем не в приватную катку и там за спидраним Бэдварс. Давай. Погнали. А перед началом ролика хочу вам порекомендовать канал Ларон Эвел. Он снимает МКПЕ, но его ролики очень прикольные, мне понравились. А также он купил все для Ютуба, то есть девайсы и т.д. И поэтому он будет снимать еще лучше, поэтому ссылка на него в описании, подписывайтесь. Так, ну что ж, ребятки, я все, поставил таймер, и сейчас, Лирис, мы будем ставить Драм с тобой... Драм по Бэдварцу. Да-да-да, спидран по Бэдварцу, это там музыка вот эта из спидрана. Ну, короче, что хочу сказать, да, рекорд Гиннесса будем ставить. Сегодня мы, наверное, будем где-то делать попытки 3, и во всех этих попытках мы будем как можно быстрее пытаться просто затащить игру. То есть вот давайте, допустим, наши ребятки построились уже к соседям, ну, строятся, и я буду строиться к другим, и максимально быстро попытаемся... Да, я с тобой пойду сразу. Затащить. Так, слушай, ну, я, конечно, чуть медленнее, чем ты строишь, это по-любому, поэтому давай дальше ты, если не сложно, и быстренько сейчас сломаем желтых, которые что-то очень долго там застраивают кровать, у них, видимо, спидран не идет, потому что они до сих пор застраивают кровать, это жестко. Так, да, Godbridge, полетел, okay, полетел. У меня рука волнуется. Ой-ой-ой, нормально. Что я даже говорю. Так. Окей, мы заросли одну кровать. Отлично, отлично, да? Сломал, хорошо, все, минус кроватка уже есть, хорошо, и чтобы вы понимали, еще меньше минуты только прошло, я, скорее всего, где-то здесь таймер выставлю, меньше минуты сейчас, уже. Кстати, синие тоже минус будут. Слушай, ага. Ну все получается. Не так уж далеко. Конец ролика уже скоро, почти поставили мировой рекорд, ладненько. Я не знаю, есть ли вообще смысл строиться на центр? Я, конечно, строюсь, но... Да, в принципе, хотя да, есть, потому что мы сейчас должны зарашить зеленых. Хорошо. Они, так, они, у них дороги. У них дорога есть, давай. Дорога. Только немного достроиться надо. Там как раз синие сейчас с желтыми пвпхаются, это очень классно, и мы как раз сломаем зеленых, у них вообще дефа почти нету. Так, отличненько, давай я сломаю. Найс. Окей, осталось добить игроков, но я думаю, это не так уж сложно будет. А, все, кровати уже ни у кого нету, ребят, только минута 40 прошла, кровати кроме нас уже ни у кого нету. Наши там челики тащат, кстати, да, мы позвали двух наших там знакомых, ну точнее, людей из гильдии Лириза, чтобы они нам помогли затащить, и... Слушай, так. Остался синий, которого сейчас я убью, думаю, с нашим тиммейтом. Опа, все, я его убиваю, и осталось два желтых. Молодцы. Так они оба на своей... А, стой, подожди, нет, только один на своей базе. Угу. У меня... Ну, в принципе, я сейчас, думаю, его убью, а следующего надо найти. А, он на нашей базе, он сейчас нас сломает. Оу, щит! Вы живите. Ладно, стараемся жить, хорошо, но по крайней мере две минуты, нормально. Окей, у меня, сейчас я его убью, короче. Ой, нет, как убью? Я вижу, я наблюдаю. Давай. И... Окей, это было легко. Просто все, ребят, спасибо всем за просмотр. Мы выполнили спидран по Майнкрафту. Баба. Так, ну что ж, ребятки, все, таймер я запустил, и чтобы вы понимали, по крайней мере, Лирис мне сказал, то, что в прошлой игре это нам очень повезло, то, что такая карта попалась, и поэтому получилось так быстро. Посмотрим, да, что получится сейчас. Да, прошлая катка, она очень хорошая, хороша для таких вот рекордиков, поскольку она маленькая, и при этом на ней ресурсы спаунятся достаточно быстро, чтобы быстро простроиться для каких-то команд. Слушай, ну это тоже, по-моему, норм, и, кстати, у тебя есть кирка? Очень-очень надо. Ой, кирка. А, они застроились, окей, сейчас куплю сейчас. Ага, хорошо, я тогда тут буду их держать. Но, по крайней мере, теперь мы позвали этих людей, которые с нами были в пати в прошлой игре в Дискорд. И, возможно, даже эта катка у нас получится быстрее, чем предыдущая. И в данный момент идет 40 секунд. Меня немного скинули, пока я чекал таймер. Вот капец, в тайминг они попали, пока я чекал таймер. Ага, наш сломал, кстати. Опа. Этот красных, это хорошо. У тебя что там с зелеными? Я застроился, но сломать успею, мне не успел. Фигово, но зато я сейчас убью, может, даже фул тиму красных, по крайней мере, тут нубики какие-то, я уже сделал минус 3, но пока что только одна бетка, и я не знаю, я его скинул или нет, по-моему, я его скинул, все, минус красная полностью, надо как-нибудь зеленых вместе сходить сломать. Офигально. Так, слушай, я вижу то, что ты тут сверху, давай, я не знаю, как бы, у них стеклом они застроили, ладно, я кинул динамит, надеюсь, два динамита! Поможет, не поможет. Помогло? Ну, точнее, помогло, динамит помог, а стекло их нет. А где все? Синий вообще что это? Он завис или что с ним? Ты его даже не трогал. Он просто... Что это было? Что ты понимал? Я вижу картину, как бежишь ты, просто пробегаешь синего, который зависший такой. Ладно, нормально. Не, прикольно. О, наконец-то он их сломал. Отлично, отлично. Теперь надо их вынести.
Там вообще, я не понимаю, что происходит. Чел просто висит в воздухе, ребят, посмотрите на это. Он всю игру где-то непонятно где висит, и его главное, как будто никто не замечает. Лирис возле него пробежал, не трогал его. Но я убил синего, хорошо. И он до сих пор висит. Ты видишь это? Посмотри. Что это? Я не знаю. Как это? Фаерболы нужны, фаерболы нужны. Вон он висит. Он упал, по-моему? Нет? Нет, он просто он пропал. Что? Я его вообще не вижу. А, с лука стреляет, отлично. Он с лукой... Нет, не он, наши стреляют с лукой, и все, добили. Боже, ребят, это была очень странная катка, но... Да, кстати, 6.50 секунд, чтобы вы понимали. Да, это было жестко, в принципе. Ну что, переходим к следующей, думаю, получится следующий получше. Погнали. Так, ну что ж, все, таймер я запустил, и карта нам, по крайней мере, Лирис говорит то, что хорошее бывало, да? Да, здесь я опять-таки много строиться не надо, тут много все сделано хайпикселем, типа все блоки поставлены хайпикселем, так что надеюсь, мы сможем на этой карте поставить хороший рекорд, хорошее время. Окей, надеюсь, быстрее, чем в первой. И кстати, я специально уже купил кирку, правда, я иду к красному, у которых 6, ну пофиг, все равно кирка понадобится, хорошо, что здесь она не пропадает. Так, тихо. Если я сломаю, я просто лучший игрок. Да, я уже ее начал ломать. Молодец, отлично. Это такая кринжовая ситуация была. Я стоял на их базе, они все смотрели на меня, невидимо меня с тиммейтом перепутали. Во, а у меня была прикольная ситуация тоже, чтобы ты понял, я ломаю, на меня никто не палит, и мне потом просто пинок в зад один прилетает, и я умираю, потому что у меня было мало хп. Ну тут мы уже сейчас все пришли, я думаю, у нас должно пол... А, нет, я упал. Ой-ой-ой, так, ладно, я начинаю ломать, у них тут эндерняк, я, наверное, сломаю. Так, все, зеленая бетка есть. Nice, хорошо. Молодец. Надо бы кого-нибудь еще одного забрать. Да, все, отлично, минус один есть. Минус второй. Блин, нет, что? Как он меня убил? Ну ладно, все равно. А, он дисконнектнулся. Все, минус два я сделал. Нас сломали. Желтый получается. А, красные нас сломали. Ой-ой-ой. Красные это как раз челы, которых мы первыми сломали. Ё-моё. Блин, мстители. У меня только что звук был, как будто нам второй раз кровать сломали, что-то за дичь происходит. А почему их двое? А, они респаунятся. Ё-моё, нет, фаербол полетел! И он еще и динамит откинул, что происходит? Что это такое вообще? Ты видел, да, он фаерболом откинул динамит горящий? Офигеть, в Майнкрафте физика. Да, это жестко. Так, Гига, что мы будем с тобой делать? Или тут не Гига? А, Гигу сзади бьют. Блин, я не знаю, я бы спрыгнул, но... Что-то, мне кажется, у меня не получится. Естественно, там... Если даже сломаешь, то вряд ли выжить сможешь. Угу, ну вот это, конечно, печально. Хотя смотри, там он один только. У чела вообще фолл маска. Ой, Гига скинул. Ой, спрыгнул, точнее. Молодец. Знаешь, вам надо их добить, сейчас еще один заспаунится. Он их двое заспаунился, ой-ой-ой, там красный. Это страшно, у него вал маска вообще. Осторожнее, красный сзади у вас. Еще и красный сзади. Так, ладно, красный. Фаербол зачем-то пуляет, в него его откинули. Ой, закомбил я хорошо. Так, окей, осталось два желтых, один АФК, кстати. Вам только алмазника добить надо. Что, ты видел это? Ладно. Ой, не зря я в Skywars играю, ПВП-хаться научился. Закомбили мы его жестко, и хочу вам сказать, 5.30, ну, в принципе, нормально, медленнее, конечно, чем в прошлой. Точнее, нет, быстрее, чем в прошлой, но медленнее, чем в первой, но все равно нормально, и катка эпичная получилась. Переходим к следующей. Так, ребятки, все, таймер пошел, короче, мы только что нашли хорошую очень карту, и мы поняли то, что на ней можно побить наш первый рекорд, который мы поставили в первой игре. И тут просто, чтобы вы понимали, можно вот так вот допрыгнуть сюда и дальше строиться, короче, хорошая карта. Думаю, сейчас у нас все получится. Опять же, тактика у нас от Лириза. Хорошая тактика. Ну, просто рашить в три стороны и надеяться, что нам повезет, да? Да. Самое главное, чтобы кровать не была застроена у желтых. Кстати, у них кровать не застроена у желтых, так ты сейчас сломаешь? Да, сломал. Молодец. Первая кровать, чтобы вы понимали, на 30-й секунде. Так, мне бы... Надо бы хотя бы одного убить, пожалуйста. Да, все, минус один я сделал, там еще трое желтых. Ну, отлично, первая кровать есть. Блин, а чего никто к зеленым не пошел? У зеленых, чтобы вы понимали, кровать тоже не застроена, если кто-то из наших туда пошел. Сломать зеленых. Найс, зеленых сломали. А, отлично, Гига сломал. Только сказал про зеленых, и бац, сломали. Теперь надо синих. А, чтобы вы понимали, две кровати за 50 секунд. То есть в первой игре мы только одну сломали за 50 секунд. Короче, вообще жестко. Так, и теперь надо бы как-то к синим. Но у синих кровать получше застроена, чем у других. У других вообще она не была застроена. Так, я просто на пролом иду. О, наш убивает жестко комби. Так, все, я сейчас ломаю. У них майнинг фатик или что-то такое. Так, ой-ой-ой, у них, слышь, наш тиммейт, у тебя нет кирки? Я эндерняк деревянным мечом. Я сломаю, мне пофиг, ребят. Выполняем спидран, чтобы вы понимали. Минута 25, я ломаю. Ломаю. Сейчас доломаю. Так, сломал.
Все, наконец-то. Найс. Окей, это очень странно. Это реально нереально. Да-да-да, но пофиг. Самое главное то, что... Окей, теперь надо добивать их как можно быстрее. Синих мы полностью добили. Нужно одного желтого убить и одного зеленого. Один зеленый к нам идет. Он нас сейчас сломает. Окей, сейчас я желтого тогда постараюсь слить. Надеюсь, я... Нас зеленый, скорее всего, сломает. Но, по крайней мере, минута 52. Все, зеленый мертв. Желтый. Лирис. Желтый упал. Сейчас. Раз, два. Давай. Две минуты, даже минута 58. Ребят, ну это отлично. Это просто жесть, честно сказать. Наконец-то мы выполнили этот спидран, я не знаю. Но это реально жестко. Меньше, чем за две минуты, это просто очень жестко. Короче, мне видос понравился. Так, ну что ж, ребят, вот такой вот ролик получился. В принципе, я считаю, получилось эпично. За целых две минуты, что вы понимали, это очень быстро получилось у нас затащить. И вот, Лирис, как ты думаешь, на каком мы месте по спидрану? Ну, я думаю, примерно, знаешь, на минус первом. Оу, это хорошо или плохо, не знаю. Ну, допустим. Ну и, в принципе, что, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, и всем пока-пока. Всем аривидерчи.